Глава Ленинского городского округа Станислав Катаров в торжественной обстановке вручил ключи от новой квартиры Илье Блохину в рамках губернаторской программы по обеспечению собственным жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 18-летний Илья учится на втором курсе Павлово-Посадского техникума по специальности жилищно-коммунальное хозяйство. На данный момент проживает в общежитии своего образовательного учреждения. Считает, что переезд в собственную квартиру станет для него началом нового этапа в жизни. Уже сейчас юноша обдумывает, каким будет интерьер помещений. Я думаю, ничего особенного там не будет. Ну, как обычно, все. Просто куплю гарнитуры, кровать и обычную мебель. Квартира общей площадью 35 квадратных метров расположена в микрорайоне «Пригород Лесное». Вручая ключи, глава поздравил Илью с новосельем и пожелал ему профессиональных успехов. Чтобы было где жить вообще в целом, вручаем тебе ключи от квартиры. Небольшие от нас подарки. В этом году в муниципалитете жилыми помещениями будут обеспечены еще 7 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.